Славского, 18. Это первый адрес в списке объезда комиссии. Представители комитета по ЖКК, управления архитектуры и общественники города выехали на место, чтобы дать свою оценку состоянию дворов участников конкурса на звание «Лучший». А представители каждого дома, конечно же, старались презентовать свой двор в лучшем свете. Я посмотрел конкурс, что конкурс проводится так. Посмотрел, что у нас здесь площадка голая. Посмотрел, объехал все в дворах. Я въезжаю, хожу и смотрю. Такого дома красивого. Ну, честно говорю, редко в городе встретишь. Во-первых, что? Я пока стал председателем, взяли, грозили территорию. Металлистами, заборщиками. Женщины взяли, пенсионерки. Цветы. Участники комиссии смотрят и наличие цветов, и чистоту территории, и наличие малых архитектурных форм. Критериев, по которым оцениваются конкурсанты, много. Есть у конкурса в конкурсных материалах 9 критериев. Поэтому у каждого критерия от 0 до 10 баллов. Оцениваться будет именно по бальной системе. Соответственно, к данным критериям является, например, благоустройство, хорошее состояние фасада. Может быть, в каких-то подъездах есть роспись. Планируется, что до 30 августа комиссия объедет все 63 двора, именно столько участников в городском конкурсе «Лучший двор». Затем будут подведены итоги. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.